В Одинцовском округе в период с 19 по 23 марта зафиксировано 39 фактов пала сухой травы. В целях недопущения пожаров, в результате которых наносится материальный ущерб, ухудшается экологическая обстановка, а также гибнут и получают травмы люди и животные, действует запрет на выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. Мера распространяется на земельные участки, примыкающие к лесам, защитным и лесным насаждениям и неотделенные противопожарной минерализованной полосой.